Здравствуйте. Сталкиваясь с пугающими нас происшествиями, мы часто не можем объяснить их. Значит ли это, что мы обладаем недостаточными знаниями о мире? Или реальный мир совсем не такой, каким он кажется? Давайте познакомимся с ним поближе. Я Виктор Вершбицкий, и вы смотрите «Мистические истории» на канале ТВ3. Сегодня в программе. Журналист решает разгадать тайну заколдованного леса, где много лет подряд пропадают охотники. Но сможет ли он уберечь собственную жизнь от лесного стража? Ребенок в своих рисунках предсказывает смерть близких людей. Но мать уверена, это ее дочь насылает погибель. Что сделает беспомощная мать, обнаружив рисунок со своим изображением? Многие из вас слышали о так называемых проклятых местах, и многие сомневаются в их существовании. Верите ли вы в то, что у зла есть обитель? Или это россказни легковерных обывателей? Кто или что стоит за исчезновением людей в лесах? Константин, 34 года. Журналист. Всю жизнь мечтал попасть в водоворот мистических событий. В офисе, как всегда, кипела работа, и Костя тоже делал вид, будто очень занят. На самом деле, он искал какой-нибудь интересный случай для своей колонки в газете. Но все, что попадалось ему на глаза, было либо скучным, либо выдуманным. А парню так хотелось мистической сенсации, увлекательной и загадочной. Он мечтал о полноценном журналистском расследовании и горячем материале. Алина принесла письма от корреспондентов и вновь поинтересовалась планами Константина на вечер. Но он, казалось, не замечал ее флирта. Парень был погружен в поиски и не мог думать ни о чем другом. Без особой надежды Константин открыл очередное письмо и нашел то, о чем он давно мечтал. Загадочный лес, полный мистических событий. Через минуту в офисе от парня и след простыл. Алина знала азартную натуру своего коллеги, поэтому не на шутку разволновалась. Ей никогда не нравилось Костина увлечение мистикой. Существует определенное количество вообще на планете так называемых вот этих вот мертвых точек. Да, это, как правило, точки перехода, то есть там, где, скажем, там мир яви, да, то, где мы живем, очень тесно соприкасается с другими мирами. Ну, скажем так, да, это может быть мир Нави, мир мертвых, мир духов, то есть все, что угодно, потусторонние. Чаще всего люди пропадают в геопатогенных зонах. Это зоны, в которых есть разломы геологической коры, и там происходит изменение магнитных полей. В такой зоне человек может потерять сознание, он может испытать какой-то болевой шок, и в силу этого человек может либо погибнуть, либо впасть в какое-то неадекватное состояние психики, и тогда он не может найти выход. И очень часто в этих местах пребывают какие-то скопления потусторонних сущностей. И кто-то называет это духами леса, кто-то называет это злой негативной энергией, но она притягивается в геопатогенные зоны очень интенсивно. За кругленькую сумму парень нанял в проводники охотников, и те согласились отправиться с ним в лес. Но о настоящей цели своей поездки Костя никому не сообщал. Газете, дескать, нужны охотничьи фотографии. Есть так называемые гиблые места. Обычно это места, которые
считаются геопатогенными зонами, места разломов земной коры, места убийств, массовых захоронений. В этих местах действительно гораздо чаще встречается активность паранормальных явлений. На следующий день Константин на работе не появился. Алина пыталась выяснить, куда на этот раз занесло ее возлюбленного. А он тем временем уже трясся в машине вместе с другими охотниками и ни о чем другом не задумывался. Настроение было замечательное. К тому же чудеса начали происходить практически с самого начала поездки. Перечитав письмо, которое Костя оставил на столе, девушка еще больше разволновалась. Автор писал о таинственном лесе, где при неизвестных обстоятельствах постоянно пропадают охотники. Он слезно просил помощи, ведь от неведомого монстра практически не было спасения. Первой преградой на пути стало поваленное дерево. Охотники ничего не слышали о странностях этих мест, поэтому не воспринимали завал на дороге как предостережение. Его быстро разобрали и поехали дальше. Я думаю, что воспринимающая система человека регистрирует лишь очень небольшой спектр событий, которые происходят в реальности. Нам недоступны ни ультрафиолетовое излучение, ни инфракрасное и так далее. Поэтому вполне возможно, я уж не говорю там про радиацию и гравитацию, которых мы вовсе нам нечем регистрировать, по большому счету, кроме как опосредованно. Поэтому я думаю, что есть места, где часть этого самого спектра особенно сильна. И особенно интенсивные волны излучения, вызванные какими-то действительно геологическими процессами, наверное, могут оказывать либо целебное, либо разрушительное действие на организм человека. И люди, которые оказываются в этих местах, вполне возможно испытывают по этому поводу те или иные переживания, которые называют там плохое место или место силы, хорошее место или губительное место. Я думаю, что это связано с опытом нахождения в этом месте другими людьми. И полагаю, что такие места обнаруживаются и связываются именно с какими-то событиями в опыте других людей. В мифологической традиции очень много существ, которых мы не можем описать и сказать, как они выглядят. Хотя они в природе существуют. Сила природы непредсказуема, и мы не можем сказать, что будет происходить, когда стихия получается на человека. Охотники приготовили оружие и с радостью позировали перед началом охоты. А Костя, с нетерпением дожидаясь необычных приключений, старался запечатлеть на камеру каждый момент их пребывания в этом загадочном лесу. Едва звероловы разбрелись по лесу, как тишину нарушил крик одного из них. Что случилось?
На окрики Игорь не отвечал, что было очень странно. Друзья бросились на его поиски. Но помимо крови и брошенного ружья ничего не обнаружили. Костя фиксировал каждый свой шаг, и азарт его только распалялся. Вот она, настоящая мистика. Материал будет отличный. Однако охотники его энтузиазма не разделяли. Потерять двух друзей за несколько минут – это чересчур. Двигаться дальше решили все вместе. Но и это не помогло. Естественно, что они принимают какую-то физическую форму. Это могут быть те же волки, какие-то оборотни и так далее, и так далее. То есть все, что встречается в мире Нави, в мире мертвых, все может там проникнуть и забрать человека к себе. Когда мужчины вышли к месту стоянки, они были ошеломлены. Автомобиля здесь не оказалось. Можно было подумать, что они заблудились. Но Костя показывал снимки, где охотники стояли возле машины именно на этом месте. Объяснить этот факт никто не мог. Из-за чего мужчин начинала охватывать паника. Но удовлетворительного ответа не было. На оклики те тоже не отзывались. К тому же, пока шли поиски, от группы отбился еще один товарищ – Алексей. Тем временем Алина решила проверить информацию, указанную в письме, и стала искать сведения об этом странном лесе. Каждая прочитанная статья все больше убеждала девушку. Костя полез в самое пекло необъяснимых событий. И выбраться оттуда без посторонней помощи ему будет очень непросто. Уже наступила ночь, когда мужчины, наконец, добрались до своей машины. Но внутри не было никого, кроме волка. Последняя надежда отыскать друзей умерла. Автомобиль оказался неисправен, поэтому друзья стали искать место для ночлега.
Старая избушка лесничего показалась охотникам довольно безопасным местом, и они решили переночевать здесь. Странный шорох напугал мужчин. Они мгновенно схватились за оружие, но вовремя сообразили, что за скамейкой прячется их пропавший товарищ. А вот сам Алексей не сразу узнал своих друзей, потому что был смертельно напуган. Как минимум два предположения по поводу мгновенного исчезновения людей. Либо это какие-то особенности рельефа недоступные, например, какие-то глубокие ямы, трещины, которые могут быть довольно глубокими, и люди могут в них пропадать и исчезать. И в силу разных жизненных обстоятельств многие люди испытывают необходимость из этих обстоятельств исчезнуть. И часто люди инсценируют свое исчезновение из жизни, и во многом для подобных исчезновений и во многом для того, чтобы их не искали, и вероятность такого обнаружения была бы минимальной, они пользуются репутацией мест, которые гибельными являются, по мнению окружающих, плохими местами и так далее. Чтобы привести в чувство шокированного Алексея, мужчины решили дать ему выпить. Ведь его трясло от ужаса, и он не мог проронить ни слова. А всем очень хотелось узнать, что именно произошло и как он смог исчезнуть прямо посреди леса. Немного успокоившись, мужчина рассказал, как отстал от группы охотников, увидел какого-то монстра как бежал от него и как, наконец, очутился здесь. Костя с ужасом смотрел на Алексея. Впервые за все время в его голове мелькнула мысль, что, возможно, зря они сюда приехали. И то, что он считал выдумкой, на самом деле существует. Между тем истерика Алексея продолжалась, и только хорошая доза спиртного смогла утихомирить напуганного человека. Никто так и не понял, что же конкретно произошло. Окно было разбито, а Алексея на месте не оказалось. Старший охотник требовал от Константина рассказать всю правду. Зачем он их сюда затащил и что здесь происходит? Но Константин ничего объяснить не мог. Существует вот эта вот грань. Нам для того, чтобы отсюда это тело забрать туда, да, происходит какой-то молекулярный, вплоть до молекулярного распада. Потому что каждая клетка несет в себе определенный заряд энергии. То есть мы эту энергию забираем, клетка разрушается, что человек превращается в пыль. От тебя останется мокрое место. Самое страшное проклятие, да? То есть фактически это вот оно и есть. От человека остается мокрое место. Очень сложно определить, какой именно вид энергии отвечает за пропажу этих людей, но исходя из опыта, есть случаи, когда это энергии тонких злых астралов. И эта энергия похожа на функционирование черной дыры. То есть когда тело человека найти невозможно, и останков от него нет. И эти останки и части его тела, они перемещаются в пространстве. Объяснение какой-то мистической темы, опять же, знаете, далеко не все охотники могут идентифицировать ягоды, которые они едят, или те растения, которые они берут в руки. К сожалению, знания ботаники у охотников практически отсутствуют. Хотя очень многие растения, между прочим, не любят, чтобы их ели или к ним прикасались. И, возможно, галлюциногенные какие-либо истории. И на самом деле в наших лесах есть достаточно много растений, которые дают вот подобный эффект, что начинает казаться, звуки страшнее, сухие ветки в виде уже каких-то плавающих людей по воздуху или чего-то еще.
Едва дождавшись утра, мужчины решили осмотреть окрестности. Повсюду на дверях и окнах были следы и царапины. Опытные охотники не брались даже предположить, что за зверь мог их оставить. Было решено как можно скорее выбираться из этого проклятого леса. После исчезновения еще одного охотника им оставалось только бежать. Константин и Николай помчались, не разбирая дороги. Когда Костя подвернул ногу и не смог подняться, Николай не стал его спасать. Он забрал свои деньги и, оставив парню нож, побежал дальше. Через несколько секунд вдали послышался отчаянный крик Николая. Костя почувствовал, как холод охватывает все его тело. Вдруг что-то странное быстро приблизилось к его лицу и спустя миг исчезло, услышав необычные звуки. О том, что это было, Костя старался не думать. Он нашел палку, приспособил ее вместо костыля и начал искать выход из этого заколдованного леса. Увидев на дороге странного старика с бубном и силуэт Алины, Костя наконец смог перевести дух. Он был спасен. Он не знал, как девушка умудрилась его отыскать, но был безмерно ей за это благодарен. Однако без жертв это спасение все равно не обошлось. Ни один здравомыслящий человек не должен идти то место, которое считается почему-то, или бытует такое, в принципе, мнение у местного населения, что это место является гиблым или плохим, нельзя пропускать такие вещи мимо ушей, и не стоит все-таки туда идти. Все-таки стоит прислушаться к тем людям, которые там живут, и к тем легендам, которые там существуют. Не надо приобретать сюда демонов, это может быть вполне просто темная сторона природы, которая нам еще неизвестна. Ведь еще много животных, существ неизвестно и не изучено. Коснемся того же океана и самых глубоких мест. Я думаю, что и в лесах в наших тоже присутствуют неизвестные виды животных. Коснемся даже той же чупакабры. Вторгаясь на чужую территорию, наши герои добровольно подвергают себя смертельной опасности. Если вы не верите в людскую молву и опыт предшественников, постарайтесь прислушаться к собственной интуиции. Возможно, она поможет вам спастись. Говорят, устами младенца глаголит истина. Дети готовы к встрече с необъяснимым. Присмотритесь к детским рисункам. Возможно, сама судьба водит карандашом, чтобы предостеречь вас от опасности. Ирина Лапий, 34 года. Убеждена, что ее дочь рисунками навлекает смерть на других людей.
Маринка была необычным ребенком. Она не любила играть и забавляться с другими детьми. Вместо этого девочка обожала рисовать. Она могла просидеть за рисованием целый день, даже не выходя на улицу. В ее комнате и на ее рабочем столе всегда был идеальный порядок. И девочку очень раздражало, когда этот порядок нарушали. Когда ребенок начинает рисовать смерть, монстров, то нужно понять, что это нормально. Ребенок пытается понять, как устроен мир. И, между прочим, далеко не всегда ребенок, рисуя монстров, имеет в виду то, что мы думаем. Иногда монстры бывают вот такие. Добрые, защищают планету, даже если они добрые. Но это может быть и то, что ребенок может находиться в стрессе, то, что он стремится к смерти, у него открылась определенная программа, которая становится у ребенка в 2 года. Ирина в своей дочери ничего необычного не замечала и любила ее такой, какая она есть. Но однажды Маринка попросила передать свой рисунок дедушке. Ирина была шокирована увиденным и услышанным. Ее дочь нарисовала смерть дедушке и просила его предупредить. Женщина спрятала рисунок в надежде, что ребенок попросту обиделся за что-то на дедушку. Но утром Ирине позвонила ее мать. Она сообщила, что отец умер. И умер именно так, как это нарисовала Маринка. В огне. Ирина не могла поверить в такое совпадение. Как ребенок мог предвидеть это событие? Как маленькая девочка могла заранее узнать о смерти дедушки? Смерть отца стала для Ирины неожиданным и страшным ударом. Никто не мог понять, как это произошло. Отец работал охранником, и в его каморке загорелся обогреватель. Такова официальная версия. Но у Ирины из головы не шел рисунок дочери. Откуда малышка могла узнать о пожаре? Да еще за сутки до события. Ирина смотрела на улыбающееся личико дочери и не находила ответа. Дети очень наблюдательны. Они наблюдательны гораздо больше, чем им бы хотелось самим. Они могут провести причинно-следственные связи. Не только этот ребенок, многие дети говорят, а вот здесь, скорее всего, человек заболеет. Почему? Знаю. Когда дети познают мир, они совершают очень многие правильные поступки. И поэтому, наблюдая за взрослыми, да, они могут сказать, что, например, дедушка очень неосторожно к чему-то относится. Если ребенок вам приносит рисунок с предсказанием, то не стоит его воспринимать молниеносно на правду, и что это 100% произойдет, но отнестись к нему с вниманием должным, я думаю, что стоит. Дар ясновидения
очень часто проявляются в раннем возрасте. И многие родители могут обращаться к психиатрам или каким-то специалистам, потому что эти дети могут вести себя неадекватно. И очень часто они видят те ситуации, которые неприятные или травматичные, и поэтому это воспринимается как негатив. Но так же, как и взрослые, более яркое впечатление люди получают от чего-то плохого, поэтому девочка фиксирует только плохие события. Ребенок энергетически очень сильный и очень худенький. Он пролезает в те щели, да, в которые сознание взрослого и энергия взрослого проникают с трудом. Вспомните, медиумом кого брали всегда, девочку или мальчика, маленького ребенка до 6 лет, сажали, ставили перед ним зеркало, вводили в определенное состояние, да, и ребенок считывал информацию, становился медиумом. Я же говорю, что энергетически очень худенький, между капликами, между капликами. Вечером после похорон Ирина решила поговорить с дочерью. Почему она не плачет? Неужели ей не жалко дедушку? Но Марина только удивлялась. Она знала, что это случится, и потому не видит повода плакать. В конце концов, все люди умирают. Шокированная Ирина решила узнать, нет ли у дочери других подобных рисунков. Неожиданно Маринка достала еще один рисунок с изображением соседского парня, ошпаренного кипятком. Напуганная гибелью собственного отца, Ирина побежала к соседям. Если трагедию можно предотвратить, она это сделает. Но убедить соседку она не только не смогла, но еще и превратилась в ее глазах в виновницу произошедшего. Не приди она со своими рисунками, соседка не упустила бы ребенка из виду. Вполне возможно, что человек, например, мама, которая приглядывает своим ребенком, ну, например, страдает от эпилепсии. И часто при эпилепсии подобные события часты. Тогда, когда следствие путается с причиной, когда события переставляются местами. А учитывая того, что часто, например, расстройство головного мозга сопровождается в том числе и бредовым освоением событий, то вполне возможно, что мама в какой-то момент на органически неблагополучной почве сошла с ума, начала бредить. Способность нарисовать будущее вряд ли возможна. Скорее в рамках фантазии, но не в рамках исполняемого случая. Чем больше вы верите в предсказания, тем больше энергии поступает для реализации этих предсказаний, для точности этих предсказаний. Вы вкладываете свои мысли, свои желания, свои образы, которые образуются уже у вас в голове, и подталкиваете ситуацию к совершению. Чрезвычайно напуганная подобными совпадениями, Ирина решила искать помощи у высших сил. Ирина показывала рисунки дочери гадалке,
объясняла, что малышка предвидит смерти других людей. Но почему в ней развились такие способности, и можно ли как-то ими управлять, Ирина не знала. Поэтому и обратилась за помощью. На приеме у гадалки произошло то, чего Ирина понять не сумела. После обряда дочь перестала изображать чудовищ и смерть. Ее рисунки заиграли яркими красками и светлыми образами. Это стало огромным утешением для мамы. Маринка неустанно что-то черкала, развешивала рисунки по стенам и была похожа на обычную, радостную и веселую девочку. Ирина нарадоваться не могла такой перемене в поведении дочери. В день рождения дочки Ирина взяла выходной и решила устроить настоящий праздник. Но Маринка вернулась из школы в плохом настроении и даже не заметила украшенной комнаты. Ирина сразу поняла, в чем дело. Папа не поздравил. Он постоянно забывает о дне рождения дочери, а Маринка каждый раз ждет. Чтобы поднять дочке настроение, Ирина повела ее на прогулку. Этой встречи не ожидал никто. Папа, который забыл поздравить родную дочь, радостно прогуливался с другой девочкой и ее мамой. Праздник был окончательно испорчен. Ирина пыталась успокоить дочь, но какими словами можно объяснить маленькой девочке измену самого близкого человека? Маринка плакала от боли и обиды. Это ведь был ее день рождения. Как он мог забыть об этом? Да еще и гулять с чужим ребенком. Такая подлость разрывала маленькую душу и не вызывало понимания в сердце оскорбленной девочки. Вскоре все забылось, и ни Ирина, ни Марина не вспоминали больше о той встрече. Пока во время уборки женщина не нашла очередной рисунок.
Ирина схватила телефон и набрала номер бывшего мужа. Какая-то женщина сообщила, что вчера Николая с инфарктом забрала скорая. В больнице мужчина скончался. Ирину охватил настоящий ужас. Гадалка Злата была в больнице. Ирина просматривала другие рисунки, пока не нашла сложенную вдвое бумажку. Теперь Ирина была уверена. Дочь не предвидит смерти людей, а насылает их своими рисунками. И следующей станет она сама. Глядя в глаза своей дочери, Ирина видела там только угрозу. Дети часто желают смерти взрослому. Это факт. Только они желают не смерти взрослому, а той плохой части взрослого, которая их не устраивает. Например, ну, есть деление на мать и мачеху. Мама, которая гладит и покупает подарки, это мама. А та, которая наказывает и ставит в угол, это мачеха. И, по сути, нет ребенка на планете, который бы в свое время не желал смерти мачехи, потому что он еще не умеет делить человека и его поступки. Если ребенок видит, скорее всего, что он что-то видит, то он рисует то, что он видит. Я не думала, что этот ребенок что-то на кого-то насылал. Я думала, что ребенок видит какие-то определенные как бы моменты, он их отображает. Всю ночь Ирина не находила себе места, пока не приняла решение. Она должна избавить мир от чудовища, которое сама и породила. На многие преступления люди идут из-за страха. Попытки защититься от того, чего не понимают. Из-за своего испуга мать приняла неверное решение. Вместо того, чтобы помочь дочке развить свои способности, она лишила жизни собственного ребенка. Мама была слабым человеком. Она неадекватно воспринимала реальность. И ее страх смерти гораздо больше, чем желание жизни. Поэтому она совершила совершенно неадекватный поступок. Ирину признали вменяемой и посадили за убийство дочери. Но женщина так и не признала своей вины, потому что была уверена, она убила не дочь, а демона, и должна понести за это наказание. Беспечность и слепая вера могут довести до беды. Держитесь золотой середины. Не игнорируйте знаки и подсказки, которые подбрасывает вам судьба, но и не доверяйтесь им безоговорочно. Я желаю вам удачи,
До встречи в «Мистических историях».